Как будет даваться старт квалификации? Старт. Лекция старта повел инноватор. На второй позиции Горбачев. Итак, основная задача квалификации – уложиться в стандарт резвости. Обычно квалификационные заезды проводятся в начале или в конце бегового дня. У нас они попали в середину бегового дня, чтобы разместить двухбитовые призы. Отметки первой четверти впереди инноватор. Тридцать девять и девять десятых секунды первая четверть дистанции. Вторым Орловский Горбачев. Для них стандарт резвости ниже для орловских лошадей, чем для русских рысистых. А инноватор подходит к отметке второй четверти. Четыре и три десятых секунды вторая четверть дистанции у инноватора. Тридцать пять и три десятых секунды. Третья отметка у инноватора. Вторым по ходу Горбачев. Внимание, финиш.